будьте в мире, но не от мира. То есть находись здесь, но не пытайся быть как этот мир, что тебе этот мир навязывает, потому что то, что тебе навязывает информационное пространство, это территория спящести. Территория спящести навязывает только спящесть. Какими бы благими намерениями, какими благими фразами она бы не пользовалась, да, и не афишировала все это. Суть заключается только в одном, что ты должен точно ощущать, где ты находишься. Я не говорю, что не общаться с информационным пространством, не взаимодействовать, не общаться с этим миром. Естественно, но еще раз говорю, есть большая разница, ходить по воде или нырять на дно. В большинстве своем человек, нырнувший на дно, он не видит ничего, он может размышлять, что такое суша, но он никогда ее не обнаружит, потому что он на дне. Для того, чтобы обнаружить сушу, нужно что? Нужно всплыть. Для чего человек всплывает? Чтобы видеть две ипостаси – воду и сушу. Тогда он понимает хотя бы, в каком направлении двигаться. Если же человек под водой, все, что он может только играться в иллюзию о суше, но самой суши он не увидит, потому что он под водой, ему нужно выхлопнуться, разотождествиться, вынырнуть, да, вознестись. Вот это главный ключ. Это то, что и заключено в формуле «Будь в мире, но не от мира».